Привет, друзья! Многие меня просили снять обзор на мой новый автомобиль Honda Freed Spike Гибрид 2015 года. Купил я этот автомобиль на аукционе в Японии, и стоимость его в Москве равна стоимости Соляриса. Проехал я на этом автомобиле уже 100 километров и готов вам немного о нем рассказать. Поэтому наливаем чаёху, присаживаемся поудобнее и смотрим это видео до конца. Ну а прежде чем я начну, хочу напомнить про свой канал на Яндекс.Дзен. Там так же, как и на YouTube, выходит видео, а еще там выходят статьи на автомобильную тематику или все, что связано с гаражом. И кстати, как вы успели обратить внимание, я уже установил на этот Freed стильные накидки на сиденье. Так вот, статья про эти накидки уже на Яндекс.Дзене. Все ссылки в описании под видео, буду всем там рад, ну а мы начинаем. Вот такой шикарный автомобиль я себе приобрел в Японии. Проехал на нем 100 километров. За эти 100 километров он мне очень сильно понравился. Бесключевой доступ. Передние сиденья оба с подлокотником. На задний ряд есть проход, он пятиместный, сзади полноценный ряд, ну а далее большой багажник. Он довольно просторный, что не может не радовать. Задние электрические двери, которые открываются просто нажатием. Складывание зеркал, эко-режим. Штатная магнитола, с которой немного пришлось повозиться. Так как автомобиль был разряжен, то магнитола вышла в ошибку и просила пин-код. Коробка-вариатор. Кстати, хочу обратить внимание, здесь потолок черный, что очень шикарно смотрится. Темный салон, довольно немаркий. Штатные коврики тряпочные. Но это не сильно напрягает. Что касаемо управления, то на руле есть кнопки управления магнитолой, есть кнопки круиз-контроля. В движении есть эко-режим, есть обычный режим. И на вариаторе есть кнопка спорт-режим. Здесь система бесключевого доступа. Здесь очень интересная панель. Никаких стрелок, все электронно. И как вы видите, автомобиль гибридный. Берет питание из бензина, из батареи. На данный момент работает на прогрев, работает режим бензин. У меня установлен эко-режим, на нем двигаюсь по городу, вполне меня устраивает. Большие кнопки подсветки. В козырьках есть зеркала. И в том, и в другом.
Вместе с автомобилем шла и ракетница, которую вы видите сейчас красным цветом. Она устанавливается в Японии, по-моему, во все автомобили. Могу ошибаться, но в минивэнах она стоит. У меня она есть, ее не вытащили, не использовали. Стекла опускаются все 4. Карты навигации только японские, российских нет, но звук и радио вполне нормально играют. Что касаемо заднего ряда, двери открываются автоматически, довольно просторно, я бы сказал даже очень. Переднее сиденье отодвинуто у меня на всю, и как вы видите, расстояние здесь довольно большое. Сиденье удобное, ровные, без каких-то выступов и так далее. Самая интересная фишка этого автомобиля, что задний ряд раскладывается в ровный пол. Как видите, сиденье установлено с пустотой. Это сделано для того, чтобы можно было вот так вот с помощью одного нажатия опустить сиденье. Сиденье опустилось, и здесь пошел ровный пол в багажник. Я его уже немного захламил, но это ничего страшного. Вторая спинка точно так же опускается. И если вы обратите внимание, ровный пол идет до передних сидений. Если кинуть небольшой матрас, то можно поместиться спокойно троим взрослым людям. В дверных картах задних пассажиров есть места для бутылок. То есть, если вы используете какую-то воду, бутылки для питья, термосы и так далее, то удобно очень ставить задним пассажирам. Как вы видите, через этот проход можно спокойно с заднего ряда перейти на передний. Здесь крючок для того, чтобы вешать какую-то сумку, максимум 3 килограмма. Ну а что касаемо багажника, то он здесь просто огромен. Здесь расположен ремень безопасности, который идет на среднего пассажира, если едут трое. Подсветка, она крутится во все стороны, и если вы будете ночевать в этом автомобиле, то очень удобно ее использовать. Здесь установлены штатные колонки. Опять же, как вы видите, здесь есть полочки для хранения всяких мелочей. Как вы видите, номера прямоугольные встали отлично. Логотип гибрид, Spike, Honda. Здесь подсветка, здесь камера заднего вида. Когда вы паркуетесь назад, она очень отлично работает. Очень четко и качественно. Из багажника я вытащил весь свой хлам, и теперь я могу вам его показать. Задняя дверь также с бесключевым доступом. Вот такой довольно огромный, я бы сказал, багажник. Здесь скрытая полочка, наверху открытые. Батарея
Батарея, электроустановка установлена здесь. Ну а с этой стороны вот такой отсек. Что-то можно сюда положить, и оно не будет кататься по багажнику. Вот так он закрывается. Кстати, средняя часть, вот эти вот штуки, они вытаскиваются. И под ними дополнительная ниша. То есть тут точно так же можно что-то укладывать. Она полноценная, длинная. Вот так вот. При желании вот эти ниши можно использовать вот таким вот образом. Можно использовать вот таким вот образом. Если на природе вот так будет очень удобно сидеть и наслаждаться природой. Ну и для перевозки дополнительное место по высоте. Хотя высота здесь и так достаточная. По мне же лучше вот так вот. Здесь также открытая полка с ремешком для того, чтобы можно что-то было подвязать. Здесь установлен домкрат штатный, ключи, проушина для того, чтобы можно буксировать было. Это все шло в комплекте с Японией. Вот так все легко и просто трансформируется, открывается, снимается. С этой стороны, за этим ящиком, есть тоже полочка под бутылку, под стакан какой-то. Все сделано для того, чтобы можно было куда-то отправиться в дальнее путешествие. Задний ряд легко откидывается со стороны багажника. Вот так все продумано до мелочей. Легко трансформировать. И здесь получается полноценная двухспальная кровать. Кстати, многие люди здесь умудряются перевозить и мотоциклы, и велосипеды, и так далее. На этом автомобиле я проехал 100 километров, но первое, что захотел сделать, это отправиться куда-то на природу с ночевкой. Смотрите, какой он огромный. При небольшом внешнем размере, со стороны кажется, внутри он просто огромен. Колеса штатная штамповка на 15, разболтовка 4 на 100. Я их в дальнейшем заменю, есть у меня хорошие колеса на 17. Что касаемо подкапотного пространства, то здесь все, на мой взгляд, мизерное. Двигатель маленький, аккумулятор как у мотоцикла, небольшой. Расширительный бачок здесь маленький, внизу он расположен.
Но при всем при этом все компактно, очень удобно. Место тут, конечно, сильно не разгуляешься, но при желании можно до всего добраться. Что касаемо дорожного просвета. Просвет здесь дорожный небольшой, но это и не полноприводный. Он не предположен для того, чтобы кататься по грязи. Он обычный городской минивэн. Высота здесь как у обычной легковушки, но за счет этой комплектации у него есть пороги, которые придают ему стильный внешний вид, и чуть ниже расположены бампера. Как по мне, он смотрится вполне неплохо. Зимой не знаю, как будет себя вести, как при эксплуатации себя поведет, но просвет здесь, на мой взгляд, вполне нормальный. Этому автомобилю явно не хватает противотуманных фар, к которым мы так привыкли. Но головной свет у него ксенон, так что светит он ночью вполне нормально. Кстати, хочу сказать, что у обычного Фрида здесь находится окно. Там расположен третий ряд сидений и находится окно. У меня спайк пятиместный, поэтому здесь такая заглушка. Что касаемо места переднего пассажира, то здесь простор просто огромен. Здесь может довольно комфортно находиться человек любого телосложения. Очень большая панель в несколько ярусов. Обзор у этого автомобиля очень хороший. Хоть и правый руль, но дорогу и все остальное видно вполне нормально. У большинства наших автомобилей вот эти стойки идут очень широкие, и дорогу хуже видно при повороте. Здесь же все продумано. Здесь также имеется бардачок. Места для бутылок у всех пассажиров, у водителя, у пассажира, у задних пассажиров и большие карманы в дверях. Также посередине имеется светильник для заднего ряда. Вот как-то так. Этот автомобиль гибрид с двигателем объемом 1,5 и по базе ГАИ установили 88 лошадей на него. Но скажу так, что этих лошадей для этого автомобиля вполне достаточно. Он неплохо едет, ускоряется и обгоняет. При движении я использую эко-режим, и мне его вполне хватает. На учет поставил без проблем. Никаких проблем при регистрации не возникло. Страховку сделал также без проблем и точно также без проблем прошел техосмотр, хотя и правый руль. При условии, что пробег 112 тысяч километров, ходовая у этого Фрида вполне отличная. Он маневренный, лежачие полицейские ямы отрабатывает подвеска на ура. При движении ничего нигде не гремит, не хрустит, не свистит и так далее. Покупал я этот автомобиль на аукционе в Японии через компанию GP1. Вячеслав полностью ввел это авто с момента покупки на аукционе до передачи мне в руки в Москве. Кому интересен процесс покупки машины на аукционе в Японии, у меня на канале есть видео. И также эти видео я добавлю в описании под этим видео. Машины на данный момент меня только радуют. Ну а вы что думаете, как вам такая машина? Напишите свое мнение в комментарии под этим видео, будет интересно почитать.
Ну а на этом у меня все. Если это видео вам понравилось, ставь лайк, подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!